Друзья, всем привет! В этом видео мы будем укреплять наш пресс. Итак, ложимся, вытягиваем ноги, коленки прямые, носочки тянем и сгибаем ноги к груди. Руки лежат по сторонам, живот втянут, поднимаем ноги по полу, прижимаем к груди и кладем обратно. Продолжаем делать. Чувствуем, как укрепляется пресс. И теперь поднимаем, кладем вправо и отпускаем. Поднимаем, кладем влево, голову в противоположную сторону и отпускаем. Продолжаем делать. Право, голову в противоположную сторону, колени стараемся держать вместе. Теперь просто делаем вправо и влево подряд, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Колени прижимаем, плечи на полу, руки на полу, двигаются только ноги и шея. Здесь укрепляются также косые мышцы живота. И теперь поднимаем правую ногу, левый локоть. Меняем правая, левая нога, поворачиваемся к противоположной ноге. Колени выпрямляем до конца. Чувствуем, как работает пресс. Отдохнули, подняли ноги. И теперь делаем шаги. Правый шаг, левый шаг. Разводим ноги как можно больше. Носки тянем, коленки натянуты. И шагаем. Чувствуем, как работает нижний пресс. Остановились, прижали ноги к груди. И сделаем еще один подход. Правая, левая нога. Укрепляем наш пресс, внутренние органы. Подняли ноги наверх и делаем шаги. Правый, левый шаг. Меняем ноги, тянем коленки, укрепляем наш пресс. Еще немного. Теперь ноги оставили наверху и поднимаем только вверх, руки в первой позиции. Стараемся пресс не расслаблять, когда опускаем голову вниз. Качаем наш пресс. Еще немножко.
Остановились и начинаем пружинить руками, ноги держим. Пружиним руками как можно быстрее. И на этом закончили. Сабин, привет еще раз. Слушай,